Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Я один из вас? С чего бы, дурень? А? Почему? Ты же говорила! Почему говоришь? Очевидно, что ты не влюблен в меня. Чего? Но мы же... А? Послушай, я поняла, в чем дело. Ты вчера все не так понял. Тот наш поцелуйчик настолько вскружил тебе голову, а? Знаешь, что ты чувствуешь? Похоть. Когда ты меня поцеловал, неужели я возбудился? Похоже, что так. Ты-то пойди много с кем целовалась. Какое совпадение. Это и мой первый поцелуй. А ничего, что со мной? А что такого? Друзья же частенько друг с другом целуются. Ну да. Попробовать, Асай. Если победишь, подарю поцелуйчик. А, не думаю, что он мне нужен. Может, в другой сыграем? Но мне не нужен твой поцелуй. А, ты что, и Ямори поцелуй за победу пообещала? Угу. Не, не было такого! Прекращай уже! Ха, ну точно, мы же и без условий поцеловаться можем. Эй, что? Что? Ямори. Да. О, тут еще девчонка. Как так вышло? Улица же абсолютно пустая. Как она умудрилась врезаться? Юбка такая короткая. А еще сиськи вон какие огромные. Прости, мне нужно бежать. О. 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 Она мне даже больше нравится. И сиськи у нее огромные. Может, хватит уже повторять сиськи? Так вот в чем дело, Ко. Тебе нравятся такие, которые мало говорят и габариты, чтобы огромные были? Почему ты сказала габариты? Слово «габариты» же звучит пошлее, чем грудь. Тебе не обязательно постоянно пошлить. Так нравится же. Но ведь нравятся же большие буфера, да? Сись, это не так уж и важно. Мне приятно знать, что Ямори остался прежним в этом отношении. Продолжим, как проснемся. Чего? Да вы еще и спите вместе? А, все не настолько неприлично, как может показаться. Парень и девушка спят вместе. Это достаточно неприлично. Надзуна, раньше ты совсем другое говорила! А сегодня у нас тройничок намечается. Смекаете? Что? Нет, нет. Нет, ни за что! Вам не тесно? Ты об этом только сейчас подумала? Чем-то так приятно пахнет. Нет. Нет, ни за что. А другого места не нашлось? Я же просил тебя не делать этого перед моей подругой. Ну только послушайте. А чувство вины неплохо оживляет наше с тобой положение. Только меня для оживления не используй. Все спросить хотела. Что вы делаете? Вы вдвоем. Что делаем? Спрос и предложение. Спрос и предложение? Ну, у Ко на редкость вкусная кровушка. Ладно, вот значит как. И Ко хочет, чтобы я продолжала пить лишь его кровь. Ага. Это спрос. И предложение. Встреча! Ай! Если вампир выпьет твоей крови, то и ты станешь вампиром. Разве ты еще не вампир? Нет. Но это самая важная часть. А вот об этом ей не обязательно рассказывать, пора спать. Да постой, Надзуна, в этом же кроется вся суть. Разве это так важно? Я уже устала. Так ложись и спи.